Так. Драконы, звери, нежить, пираты, свиньи. О, Динатри был два раза с говненным квестом с плохим местом. Почему повезет в этот раз, как думаете? Так. Ага, хорошо. Что туда? Да-да-да-да-да. Бухгалтерия. Баны такие херовые. Ну, придется ускорение брать. Бухгалтерия здесь только на пиратов, но она нахер на пиратах не нужна, на самом деле. Читала еще почноуты для этой великолепной игры читать. Ну, кому-то они важны. Мне, например, важные почноуты. Вот. Ноль хрипов. Печалька. Надо еще один хрип искать, потому что да, мы два хода сделаем. Блин, я недавно наткнулась на этот, на статистику дуэлей. Ой, вернее, всех режимов БГ по Фаерстоуну. И там реально дуэли внизу, они же только наемники. Я думала, в дуэли больше людей играет. Ну, как казалось мне. Все-таки неплохой режим тоже. Как же я схожу с ума. Ну, Фаерстоун, он так, типа, более так, какая, зарубежная штучка, так сказать. Блин, я бы тоже, может быть, с Фаерстоуном играла, если бы не влом было разбираться, как его интегрировать с Твичом. Жесть. Факинг неожиданно, по-моему, было сейчас. 100 вин. Я много зарубежных стримеров видела с Фаерстоуном. Вот. Нет, триплетик бережет. Вот Тёпис, сколько людей ты знаешь, которые играют в дуэли?
число, количество. Сейчас меня напрягают эти монопарды, и хочу от них избавиться. Вот. Бухлюдер. Только не в бабу. Ах ты ж мразь! Маленькая чертовка. Побухтим. Побухтим. Да что ж такое? О, это хороший дракончик. Это мы берем. Так, ну, пожалуй. Короче, тут такая схема, смотрите. Я отсюда сейчас достану такую. От стриплета бран. Чек. Собака. Ладно. Мне кажется, да. Я думаю, можно идти в 5 бран искать. Или нет. Оставим, да? Я думаю, да. О. Я думаю, что охотник на собирателей лучший вариант здесь. Ой, рилок. Ой, рилок. Что я продам-то? А что я продам? Вот этого продам. Ой, как хорошо! О, денег нет. Жесть. Жесть. И еще рилок. Чат, что делать, чат? Чат, что делать, чат? Ну, мне кажется, так самый такой, потому что у меня места больше нет, тупо. Блин, ну мне не нравится. Мне рилок никак не помещается. К сожалению. Я думаю, по итогу от рыцаря надо отказаться. В пользу все-таки края какого-то. Но просто так сейчас было сильнее, как будто бы. Херово. Просто у меня не было края, который бы приносил деньги. Или что-нибудь полезное. Поэтому я оставила рыцарей.
Текс. Беру. Да. Что ты делаешь? Может, ты не найдешь? Все-таки терплю такого дракона. Блин, сука. Ну, поняла, да. 81. Поняла, да. Так. Раз. Два. Хрень. Три. Спасибо. Четыре. Роу. Раскопка. Спасибо. Где Бранта найти, я не пойму. Табака. Так не хочется его продавать, но надо. Драконы. Просто... Я, наверное, не хочу это есть. Блин! Что за отстой? Ну и без брана обойдусь, ну и пошли вы. Что вин? Вин! Что там за квест? 5 существ. Драконы, звери. Так, ну, кстати, с Галей на пиратах мы можем и просраться. Просраться можем, блин. Реролов нет. 5 существ с предсмертным хрипом. Ты что, издеваешься? Дядь Бран! Ну, не смешно уже. Дядь Бран! Ну, здорово! Отец. Такого чуда ищу, нету. Такого чудилу ищу. Есть еще есть монетка, да?
Не, такую возьмем? Или такую? Так у нас... Не, надо его выкидывать. Надо выкидывать. Товарища. Так. Ах ты ж, тварь, без баблов меня оставила. Говна куска. Он съел вроде. Ну, так что там, статов бежит миллион. В таверне. Сколько там статов? 15-20? Ну и все. Ахаха, пока. Ахаха, пока. Блин, как он угадал, где у меня бабл стоит? Странно, конечно. Да как так-то? Опа. Опа, опа, опа. Два. Что там у него было? Звери. Блин, таким бы закрыться, вот такого сожрав. Ну, вот это нормально. Ну, он бы его съел. А, ну да, точно. А, все, дошло. Я не о том подумала. Мне почему-то казалось, что он в другом рероле был. Вот что мне показалось. О, больше, чем Колесго стал. Кстати, ты можешь меня выиграть. Блин. Биг. Вопрос, кони есть? Нет, так вы правы. Дракон скверно был лучше. То ли я его не увидела, то ли почему-то подумала, что он с рерола. Зверь играет зверями. Ты чем-нибудь другим можешь играть, не? Еще же есть. Драконы 6. Так, Олеск, золотого не томи. Ты что, об тебя? А у меня, кстати, же этих штуки забафанные, пипец. Ой. Отлично. Блин, надо было брать ее. Драйворгина взяла.
Тоже золотой колескус. Так, мне повезло больше. А почему он бафнулся? А, на хпшку, все, понял. От этого дракончика. Какая прекрасная игра на колесгасе.